Приветствую вас, исходя из того, что свои предыдущие вопросы вы задавали преимущественно в разделе эзотерики, преимущественно в разделе эзотерики. А я думаю, что справедливо будет указать вам на краткость вашего вопроса и на маленькое количество информации по нём, по нему, по вопросу. Что я хочу этим сказать? Дело в том, что не совсем понятно, сколько лет вам. Ну, кроме того, что только вы писали в предыдущем вопросе, что, значит, когда я найду жениха, дата рождения 76-й год. Вот. Возникает вопрос тогда, а зачем вам жених, зачем вам выходить замуж, в смысле, для чего вам это нужно, для чего вы хотите выйти замуж? Какой ваш мотив в этом, в том, чтобы выйти замуж? Что лично вам нужно в замужестве? Да? Это, наверное, первое, что я хотел бы вам сказать. Далее. Вы говорите о том, что хотели бы выйти замуж. Хотели бы чтобы у вас был мужчина. Хотели бы найти жениха. Соответственно, вопрос-то заключается в том, что теперь, когда у вас это есть, теперь, когда вы все это имеете, теперь, когда у вас есть такая возможность, я имею в виду возможность, выйти замуж или хотя бы просто жить с человеком. Вы почему-то сомневаетесь. Что-то заставляет вас сомневаться. И у меня, пожалуй, вопрос. Что именно? Возраст? Ну, то, что вы несколько младше, да, человека. Я не силен в математике, но вот то, что вам, вы 76-го года рождения, значит, в 2000 году вам было 24, значит, соответственно, 24 плюс 10. 34 и плюс 7, вам получается 41 год сейчас. А мужчина старше вас, да. Но имеет ли это такое значение для вас? Опять-таки, вопрос, на мой взгляд, достаточно важный.
понимаете, то есть все ваши сомнения. И вот, вы знаете, на мой взгляд, как это видится мне, да, вот как это видится мне, как это вижу я, что сомнение кроется именно изначально еще в вашем мотивационном поле. То есть, которое как будто бы не позволяет вам действовать так, как вам хочется. То есть вы вроде бы хотите жениха, вроде бы и замуж хотите, да? Но для чего вы хотите жениха? Для чего вы хотите замуж? Зачем вам это? Какие мотивы вы преследуете? Что вы хотите от человека получить? Это остается как бы за кулисами, за гранью. Непонятно. Поэтому вот на эту тему я и предлагаю вам первоначально подумать, потому что это важно. И дальше, сомнения. Вот, я не знаю, как поступить. Значит, в чем сомнение? В том, что мужчина, например, предложил вам пожить вместе, но при этом не предложил вам замужество, допустим, ну, как вариант. Возможно, да, возможно, это вас смущает, согласен. Но что сделать для того, чтобы вас это не смущало? Что сделать для того, чтобы мужчина, например, предложил вам сперва замужество, а потом только совместное проживание? Это зависит от вас. И для того, чтобы мужчина относился к вам так, вам нужно более ценностно к себе относиться. Вам нужны более четкие границы, которые вы выстраиваете для адекватного для вас, комфортного для вас взаимоотношения с другими людьми. Нужна самооценка, самолюбие, достоинство, свое собственное достоинство нужно. Понимаете, в чем дело? Если у вас с этим проблемы, то можно будет поработать, пообщаться, поговорить, посмотреть, что у вас не так, и что-то подкорректировать для того, чтобы отношения, в которых вы находитесь, ну, приносили вам, скажем так, все же немного больше, немного больше радости, немного больше наслаждения, немного больше удовольствия, может быть. Я думаю, можно говорить так, я думаю, можно говорить именно в таком ключе о ваших проблемах сейчас, на данный момент. На этом все, надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи.